В ледовой арене прошли полуфинальные матчи Кубка города по хоккею с шайбой. В первом полуфинале юные хоккеисты «Дюши-1» сдавали экзамен строгим учителям команды «Беломорец». Показав неплохую игру, молодежь все же уступила более опытным соперникам со счетом 0-6. Второй матч между «Строителем» и «Витязем» стал результативным и очень упорным. Уступая по ходу двух периодов, «Витязи» все же сравняли счет 5-5, а в послематчевых булитах вырвали сенсационную победу 2-0. Дата финала Кубка города еще не назначена.